Вот мы и выезжаем. Поночевали немножко. Утро. Порядка 7 утра. Все. Вика уже готова. Все, молодец. Сегодня нам надо последний рывок. Уже дорога домой. Безостановочная. В плане без ночевок. Навигатор снял, потому что сильно трясет. Есть риск, что он может выпасть. Поставил на гарнитуру и в карман. Вот. Будет мне рассказывать девочка на гарнитуре. А вы работаете, добрый день, да? Покушать можно у вас, да? Хорошо. По дороге попались нам полтавские галузки. Вот. И ребята тут тоже с киевскими номерами сказали, что достаточно известное место. Вот их вывесочка, полтавские галузки. Вот. Хорошо, и чем знамениты? Собственно говоря, галузками и знамениты. Сейчас посмотрим, что же нам девчонки такое принесут. Вот так выглядят, собственно говоря, полтавские галушки, полтавские ассорти. Тут раз, два, три, шесть разных сортов.
Ну что, вот мы и прибыли. Наконец-то. Довольные, но уставшие. Проехали мы 1750 за неделю. Это немного. Хотя, это надо сказать, что дорог. Устали мы, наверное, не меньше, чем когда ездили по России 5000 километров. Вот. Ну, тут, оказывается, два фактора, в принципе. Вот. Это жара. Вот все эти дни было неимоверно жарко. Да? То есть 32-33 градуса практически каждый день. Всегда, да. Вот. Ну, и второй фактор, который не может нас, конечно, не досадовать, это украинские дороги. Отвратительные, честно говоря, дороги. Ну, непонятно, ужасные. За что мы платим налоги. Каждый вообще. Раз их поднимают, добавляют какие-то дополнительные. Вот, а результатов, собственно говоря, ну. начали строить. Да. Есть кусочек хороший, это Харьков-Киев. Это единственная, в принципе, дорога, которая приличная. Все остальное, правый берег, Чигирин, это все какое-то просто... Это ахтунг Херсон. Полный, да, то есть это, конечно, ахтунг и для машины, и для техники, всех, и для людей. Ну, тем не менее, мы сделали очередной наш дальняк. Вот, спасибо, что вы нас смотрите, и до следующих встреч. Всем пока.